Какая тебе красивая тарелка. А молодой человек, это кто? Как зовут тебя? Соня. Мне очень приятно. Пойдешь с нами? Пойдем, еще позовем тебя. Кто там? Сейчас поехали. Ты не пойдешь? Да. Тебя позвали? Пригласили. Днем рождения, Лена! Днем рождения! И только вот для него соседям показала нам с тобой рисунок на первом, видишь? Но она сразу сказала, что это женщина, мне кажется, что мужчина на первом здании. Не, я понял. Ну, мы даже не пытались. Какие-то деревья. Там человек. Вы сможете, я так понимаю, плодить до того, как идет. Точно. Будешь говорить? Пока нет, нет настроения. Это все, что я могу сказать. Красочка. Не, ну а что мы детям заказали? Пойдемте на верхнюю палубу. Ну, вам дверь. Пойдите, да. Пойдешь сосиски? Там маленькие сосиски, да, малюсенькие, и помидорчик маленький. Не надо. Пойдем, покушаем. А потом придешь. Сейчас будет немножко брать. Вот так. Вот Телефон взял свой? Давай вас счет. Это я сбоку, это чтобы взять интимных подробностей. Чтобы не стыдно было, да? Давай, может. Вот тебе с подробностями, давай, может, пожалуйста. Давай, может, я тебе снимку тут? Давай, чтобы отвинуть. Чем, судя по всему? Дочь, сейчас быстро сосиски, потом рыбу. Догреть или и так? А вот, собственно, а, реально работает, как есть. Смотри, что идет на где? Вот это стеклянная? Соответственно, у нас там времени было. Ой,
Боб-компания, сзади у нас Нотр-Дам-де-Пари. Были мы в были в Праге, Святого Виктора костюм. Гораздо интереснее, красивее, витражи просто на порядок красивее. Это просто респиральное место, скажем так. Просто вот, да, просто хорошее респиральное место, ничего для него офигенного нет. Давайте помашем. Нас не видно, да? Тоже машем. Астонирован. Обалденно, красиво. Там дух, именно вот, как бы, дух старого города. Сильно дух старого города. Вышний играет. Там вот прям стоит идет. Их мост, каскад мостов, то есть там вот идет вот река. Понятно, что другие города. Ты видишь кусочек Праги. Ты не пойди, скажи, я слышал, но жалко, что не было никогда. На самом деле. На грязный род. Я был в Белграде. Грязный? Что-то такое вот. Ну, не совсем, конечно. Говорят, Прага, когда там в детстве это знаешь, ну, Белград тоже мне очень понравился. Границы это у них да. Ну, а что же говорить, ну, как бы тоже надо быть, как сказать, состоятельным во всех отношениях, чтобы, ну, не видеть себя, когда там я приехал, а вы меня теперь, как видите, все в политике, когда не могу, да, развлекаюсь, это все же кровь, как говорится, если я, ну, в этом проблема, Твой город? Тоже рисует Леня? Какой ужас там. Лёля. Черепушку рисуешь, что ли? Ужас. Хотел там и зубы, вампиры. Разные. Ну, а тортик будем кушать? Не убегай тогда. Хорошо, тортик сейчас принесу. Договорились? Я тебя тут знал в Академии наук. Наверху, что это символизирует? Хочешь тоже вопрос? И толчок сильнее. Смотрите, у меня есть менюшка какая-то. Вот, во, молодец. Вот твой принесли, давай. С мороженкой, у тебя даже с мороженым. У меня мороженое есть. Давай. Можно мне ложить? Ты прям ведешь, да? Я говорила, что бабка нарисована. Ну, тогда еще увидел, мне тоже так. Что лицо мужчины? Ну, молодая, которая на $1. Нет, не похож? Ну, что я накрашенная. Все равно не красилась. Горло покажи свое. Покажи свои розовые зубы.
что это желтая зуба. Цирка у него, она очень прикольная.